Ну, по карте. Да. Хорошо. Хорошо, мы правильно друг друга поняли. А, все. Поздравляем Кристину еще раз. Да. Долгожданный розыгрыш призов среди VIP-шников. Участники, обладатели VIP-билетов, подтягивайтесь к сцене. Обладатели VIP-билетов, подтягивайтесь к сцене. Сейчас будет розыгрыш среди VIP-билетов. Обладатели VIP-билетов, подтягивайтесь к сцене. Не, серьезно, сейчас будет еще один конкурс, только среди VIP-шек. У нас конверт запечатанный был все это время, он не смешивался с другими простыми билетами. Это именно VIP, молодец. И сейчас я его рассыплю, наверное. Нет, давай запускай туда руку и доставай номерок. Почему здесь только один номерок? Там это немного можно. Но там на самом деле действительно... Что за профанация? Один номерок и куча нарезанных бумажек просто. Давайте. 97, 42, 9. Серьезно? Сразу? Аплодисменты! Ребята со стенда 2 магазина большого фестиваля... Ай, ладно. Подарок забыли причислить. Подарок в студию. Сейчас я сбегаю. Йоу, как тебя зовут? Станислав. Станислав, молодец. Купил я билеты, вот, поднялся на сцену. Так, сейчас я на секунду сбегаю за билетом. Сейчас у нас как раз по расписанию последний розыгрыш призов по номерам билетов и обращение организаторов и гостей фестиваля. Так что подождите 5 минут, мы вынесем приз и соберем всех здесь на сцене. А вы, девушка, пойдемте к терминалу. Так, а мне что делать? И это, вы оставляете Крома все-таки, да? Отлично. Я не против. Давай пополам. Мне вот эту часть. Ну так вот, да, неловкий момент. Ну расскажи, как тебе на фестивале-то вообще? Неплохо. Неплохо. Может быть, все-таки лучше, чем неплохо? Ну, чуть получше, чем неплохо. Да. Да. Ну скажи еще что-нибудь интересное. Знаешь, я буду тебя доставать сейчас как девушки в кафе, которые... Не хотят с тобой ничего иметь общего, но приходится разговаривать. Йоу. А, аплодисменты! А сколько у нас вообще было VIP-шек? Давайте все, у кого VIP, просто крикнут. Неплохо. Скажите, какие косплееры больше всего вам запомнились сегодня? Иисус, Sailor Man. И все? Деревья дураков, правда, это, кажется, было вчера. Вчера было то, да. А, они сегодня, наверное, просто ходят, да, я просто постоянно здесь тушу. А, сэндук с динозавром тоже неплохо зашел. Что? Что-то там я не разберу, что, но да. И за рогами какой-то персонаж. Джессика Рэббит. В общем, да, запомнился этот день нам очень-очень сильно. И мы его никогда не забудем. Будем хранить его вот здесь глубоко-глубоко в сердечке. Где-то здесь, в нашем утре, в нашей душе.
Мне здорово, я вчера тоже ходил по стендам, смотрел косплей, скрывался сам. Мне вчера пришлось сменить 3 маски, потому что первая это был динозавр, резиновая такая маска с динозавром. Она мне очень резала глаза, я не мог ничего видеть. Один глаз начал слезиться, вытекать, я не знаю. Вторая маска была некая маска из аниме Блич, но потом меня спалил ведущий, точнее тамада вчерашний, когда фотографию зачем-то на большой экран пустили. И после этого что-то было еще. Очки, вот эта кепка дурацкая, которая до сих пор приросла к моей голове. Вот, так что да, любовью. Но это клево. Спасибо всем, что пришли. Эй! О, смотрите, 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 это же... Эй, Арнольд, пропусти демо! Хейка в атаке! Класс! Блин, я на самом деле много косплееров не видел сегодня, потому что весь день провел здесь. А то, что вывели на экран, там не было Хельги, например. А было бы очень смешно. О, маленький Джокер около сцены, классный. Вообще здорово, приходите в костюмах, то есть даже без конкурса. Просто приходите по фану в костюмах, это же классно. Даже если вам кажется, что он не очень, он все равно будет чем-то. Это все равно весело. Такое вот мое напутствие. Ну а пока мы ждем, пока Миша переведут, пока деньги, да. Надеюсь, она потеряла свою кредитку и этот лоб перейдет в мои руки. Ну вообще, может, мы тут не будем стоять, как два истукана? Я не знаю, может быть, вы нас отпустите? Нет? Автограф мой напечатал? Зачем? Бывает. Я потом, просто я сейчас работаю, понимаете? Я сейчас на работе. Так, о! О! Это ж Sega Super Drive! Ничего не имеющее общего с настоящей Sega, но... Это круто! 16 бит! Больше, чем 8! У нас есть еще настоящая Sega, она сейчас лежит в музее Поле Чудес, ее можно выменить на что-нибудь. Скорей беги! А за то, что вы ждали, я сейчас покидаю еще фирменных футболок в толпу, как у нас с Димой. Ты жестокий. Ты хуже Павла Дурова. А вот тут есть еще 3 штуки. Давайте, аукцион. Новый аукцион. Ладно. Все, ничего тут не осталось. Тут еще есть конфетти, вода, провода, деньги, доллары. Ну, в общем, чего мы теперь ждем? Что дальше? Сейчас мы хотели подвести итоги различных конкурсов, в том числе и конкурса косплея. И у нас небольшая задержка, жюри еще совещаются, и у нас много премий, мы сейчас хотим наградить художников, но не удалось подтянуть всех гостей, потому что фанаты не отпускают их, так что мы чуть-чуть позже принесем. А пока мы просто хотим поблагодарить, раз по расписанию у нас речь от организаторов, мы с Мариной хотим поблагодарить всех вас за то, что вы пришли, за то, что... сделали этот праздник. Спасибо всем, кто пришел в костюмах. Спасибо всем волонтерам, которые работали все эти дни. Спасибо ребятам, которые пиво варили. Кинзазе, спасибо. Вообще, спасибо всем. И что ты думаешь? Я ничего не говорю. На самом деле, хотела вам сказать спасибо тем, кто организовал сегодня это мероприятие. Естественно, не только вдвоем. Огромное количество людей работали над компьютерной зоной, над зоной комиксов. Она была великолепная. Спасибо Тони Вове, анимациста. Да, Тони Вове, спасибо вам огромное. Спасибо Роме, который занимался стендами и следил за ними, чтобы... Но мы
мы еще всех поблагодарим. И вообще мы надеемся, что вам понравился этот праздник. И у меня еще есть непосредственно хочу поблагодарить себя, Марин, ты потрясающий организатор. И что там? Наоборот, подходите ближе. Увидимся через считанные минуты.